Краснодаре вот такой вот потоп. Я риснул и на своем кашкайчике сейчас поехал по самой луже. Обижаю эту огромную лужу, которая образовалась на проспекте Чекистов через дворы. Да, ребята, я чувствую себя прям капитаном корабля. Вот такая вот жесть у нас выпало, наверное, как скажут синоптики, несколько месячных норм, наверное. Стараемся держаться за машинами, чтобы от них исходили волны, когда вот волны отходят, и мы чтобы ехали уже не в такой глубине, а чтобы у нас немножко помельче было. Ну что, друзья, вот я и выехал на Рождественскую набережную, которая у нас находится вдоль реки Кубань, и здесь уже практически водички очень мало.